В одном учреждении среди прочих сотрудников служил человек по фамилии Козявин. Человек как человек, с виду ничем не выдающийся. Ему начальник говорит: «Козявин, как кстати, пойдите, голубчик, в ту сторону, посмотрите, нет ли где Сидорова. Кассир пришел». «Есть», — сказал Козявин, и пошел прямо в указанном направлении. И у каждого встречного спрашивал: «Сидорова не видали? Кассир пришел». «Сидорова не видали? Сидорова не видали? Сидорова не видали? Кассир пришел». «Курса не сбиться», — твердил про себя Козявин. «Сидорова не видали? Кассир пришел». Трудящиеся пользовались своим законным правом на отдых, Козявин продолжал нести трудовую вахту и нес ее в строго указанном направлении. Кассир пришел. День подходил к концу, а местонахождение Сидорова по-прежнему оставалось неизвестным. Сидорова не видали? Кассир пришел.
На заре нового дня Козявин двигался прежним курсом. День шел за днем, и шел Козявин, ни на шаг не отступал от намеченного пути. Сидорова не видали? Кассир пришел. Козявин всю землю обошел и ни разу с курса не сбился. А так как земля, как известно, шар, то через некоторое время воротился Козявин в родное учреждение, только, конечно, с обратной стороны. Чувствует он себя хорошо и готов выполнить любое задание. Вот ведь беда-то какая!